you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня я буду делать обзор на свои новые наушники. В принципе, наконец-то это произошло. В принципе, новые наушники с микрофоном. Покупал я их за... Сейчас чек даже покажу, вот. Думаю, видно будет, в принципе. 840 гривен. В рублях это где-то 1500 рублей. Может даже больше чуть-чуть, не знаю точно. Фирма Somic. Не знаю, какая, может, я неправильно читаю, но вроде бы так читается, в принципе, Somic. Вот такая вот упаковочка. В принципе, вот так сбоку выглядит, сзади. Сзади написано по-русски, все как есть, в принципе. Ну и думаю, здесь вы тоже видите, как выглядит. Давайте распакуем их в первую очередь. Так, давайте откроем. Конечно, я уже их распаковывал, но подробно не смотрел. Так. Гарантия вроде год дается или месяц. Я точно говоря не помню, надо глянуть. Так. Открываем. Так, ну тут больше ничего нету, в принципе. Так. Сейчас я даже вам модель точно скажу. Somic G956 Black с микрофоном. Вот здесь написано. Не знаю, видно вам будет или нет. Ну, должно, по идее, быть видно. Думаю, видно вам будет, короче. Так, давайте снимаем вот эту хрень. В принципе, так. И достаем наушники сами. Так, это тоже сюда убираем. Так, наушники очень прикольные. Я вообще, именно это те наушники, какие прям мне нужны. Здесь у нас что дается? Диск вот такой вот. В принципе, тут инструкция, наверное, как я понимаю. И вот сами наушники. В чем прикол, почему мне они очень так понравились вообще, когда я их увидел? Потому что здесь есть вот такой пультик. Вот такой пультик есть. Здесь есть кнопка громкость. Меньше громкость сделать. Потом включить звук, выключить и выключить микрофон. Выключить микрофон — это очень полезно, потому что я как бы не сам живу и... В принципе, думаю, это будет очень полезная кнопка. Вот так вот это все выглядит. Очень даже круто, на самом деле. Так, наушники. Наушники, они подсвечиваются, вот. Вот это светится, я не знаю, разными цветами или нет. Я, в принципе, сниму, вставлю видео, как они светятся. Вот с этой стороны так само, в принципе. Вот такая вот кожа, все дела. Кожа, рожа, короче, вот. Вот так вот это все выглядит. И микрофон вот есть. Вот микрофон тоже светится, в принципе, он вот так вот достается. Вот так вот он достается и так само назад, в принципе, залазит. Давайте почитаем их характеристики, в принципе. Так, где эта коробочка? Вот. Коробка, давайте почитаем. Цифровой виртуальный USB 7.0. Светодиодная подсветка, микрофон с функцией шумоподавления. Удобное ухоловье. Так. Игра гарнитура с цифровыми виртуальным объектом. Так, это я обещал. Гибкий всенаправленный микрофон с функцией шумоподавления. Вот это очень круто, пацаны. Так что обязательно лайки. Теперь звук будет очень нормальный, думаю. Очень крутой, в принципе. Так, что у нас тут есть еще? Новый функциональный пульт управления со светодиодной подсветкой. Пульт тоже светится, кстати, да. Видите, вот этот X? Он тоже, по идее, будет светиться, как я понимаю. Так, что дальше у нас? Так, светодиодная на амбушюре и
передней части микрофона. Удобное оголовье и мягкие кожаные амбушюры с возможностью автоматического регулирования. Ну, автоматическое регулирование это вот. Вот так вот, в принципе, вот достается. Ну и так само с этой стороны, в принципе. Подголовье вот такое красненькое, в принципе, прикольненькое. Я думаю, Томик... Ну, блин, за свои бабки, я думаю, это более-менее нормальный вариант. У кого такие наушники, в принципе, пишите, как вам. И пишите в комментариях, в принципе, как вы думаете, нормальные наушники. Кто знает, в принципе, напишите, какие у вас, в принципе, наушники. И на самом деле, главное, это микрофон, чтобы был хороший. Это было бы очень круто, потому что мой микрофон это такое дерьмо. Понимаете? А здесь, я думаю, очень будет крутой звук, поэтому с вас обязательно лайкосики просто. И подписывайтесь на канал, кто не подписан. На этом я буду заканчивать. В принципе, может даже вставлю звук, запишу и вставлю видео. Вот, в принципе, какой звук у микрофона. Напишите обязательно в комментариях, нормальный звук или нет. Потому что я еще сам не знаю, в принципе, когда уже буду монтировать, послушаю, конечно, но вы напишите все равно в комментариях, нормально ли меня слышно, хорошо и так далее. Мне будет интересно ваше мнение. Как бы поэтому, не знаю, что-то багнулось, пишет место водителя занято. Что-то мне это не нравится. Так, я просто мод на диске не установил, поэтому не обращайте внимания. Ладно, я, наверное, перезайду, и все будет нормально, какой-то баг. Пишет, что место видели занято, хотя это моя машина, как бы. Ну да ладно, в принципе. Вот так, в принципе, звучит микрофон. Напишите обязательно в комментариях, нормально ли меня слышно. Ну и ставьте лайки, обязательно. Ну а вот, в принципе, как выжжу я, напишите в комментариях, нормально ли меня, ну, идут мне эти наушники, короче, или нет. Напишите обязательно в комментариях, в принципе, мне будет тоже интересно почитать. Ну, думаю, в принципе, нормальные наушники, я надеюсь, что звук будет хороший, это самое главное. Ну а так, в принципе, внешне мне наушники нравятся, очень удобные, хорошо сидят на голове, так сказать. Вот так вот светится микрофон, вот светится тоже. Через драйвера, кстати, я забыл сказать, можно подсветку делать. Ну, как-то так, короче. Какой звук с микрофона будет? На это у меня все, всем пока-пока. I'd be crying.